быстрое приключение. Вот об этом мне говорили. Так, мы где-то в пучинах ада уже. Это как в Марио, последний уровень в каком-то аду происходит. Давайте почитаем еще хотя бы один раздел истории стражей. Не думаю, что я все успею дочитать. Хотя они уже все открылись, но, блин, все читать очень долго. Это мы читали, по-моему, да? Да-да-да. Только ночные стражи отказались причащаться вот этим эликсиром. Когда черная звезда засияла в зените. Так, когда черная звезда засияла в зените, король Новик оставил свой трон и начал сражаться вместе с ночными стражами против тьмы нечистых, коих яростно изрыгали врата ада. И вышел из врат чудовищный титан, исполин величиной и свирепостью, превосходивший самого могучего из предков. Этот отвратительный гигант сокрушал все перед собой и опустошал все позади себя. И поняли мы, что демоны стремятся ударить в самое сердце Аргент Днур. Каким образом этот Левиафан прошел через врата ада, не подняв тревоги? Этого мы не узнаем, хотя ночные стражи уже тогда подозревали, что не обошлось без предательства. Стражи, которых явление Титана и его полчищ застало врасплох, слишком поздно выступили против них, и приготовился святой город Тарас Набат встретить свою судьбу. И ширилась отбрасываемая ненавистным врагом тень, и множились в ней орды лютующих демонов, и проникли они за стены святого града, и тогда сотрясся он до основания. Никто не спасся, кроме тех, кто бежал на север. Мерзкие демоны же осквернили наши дворцы и храмы, предали огню башни и отравили воды. Однако ночные стражи собрались силами и дали отпор демонам, которые оттеснили их на арену крови. А мечи стражей были все еще остры, когда светило опустилось за окоем и крушили тьмы вражеские в изобилии. Там, где все иные ученики пали в бою, один лишь скиталец остался в строю среди несгибаемых ветеранов. Над полем боя разнесся его яростный рык «Рвать в клочья!». С изумлением взирали выжившие служители арены на зверя, который некогда ярился в клетке на их попечении. Теперь же в сверкающих бронях, сражавшийся плечом к плечу со стражами. Он совершил то, что не удавалось никому прежде. Возвысился над собою и стал истинным воином-стражем, даже лучшим из них. И сокрушали стражи тьму на тьме демонов. Титану как будто не совершалось никакого вреда, и никто не мог совладать с ним в одиночку. А в предрассветный час отразили ночные стражи атаку свирепейшую, ибо скиталец не сдвинулся с места у подножия Великой Стены с северной стороны цитадели. И тогда увидел его неослабный напор Самур. Советник самой богини-матери, и в великой секретности приказал скитальцу поспешать за ним. Что двигало им неведомо, но совершил он над скитальцем неназываемый обряд. И было это ересью, ибо не заручился Самбур ни согласием Кан-созидательницы, не искал ее совета. В часовне чистоты скиталец подвергся действию божественного механизма. Там творец Самур, которого прежде мы знали как Серафима, верного слугу богини-матери, даровал чужаку несравненную скорость и силу, соизмеримую с его волей. Каким образом он был наделен этой мощью, остается величайшей загадкой. Много колен сменилось с тех пор, как народу Аргента был дарован механизм от творцов. Но все это время мы полагали, что его предназначение – искать изъяны среди нас. Как же с помощью устройства, призванного искоренить все скверное в народе стражей, можно было очищать тела скитальцев и наделить силой того, кто отныне будет вести нас в бой? В тот судьбоносный день из святого саркофага восстало не мерзкое чудовище, о котором предупреждали творцы, но герой, имя которому Великий Палач, странствующий сквозь время,
царь над воинами, который своими мечами, сделанными как бы из огня, проложит для праведных тропу сквозь полчища демонов, свирепствуя против них, как может свирепствовать один только бог-король. Ритуал не сломил его, и он восстал с очами, горящими от чар творцов. И в одной руке он зажал горнило, меч его окутался призрачным огнем. А ведь это случается лишь, когда держит его в деснице истинный король воин-стражей. Так в час величайшей нужды был избран палач. Вопреки традициям, самым чтимым нашим законам и даже воле Великой Кан, небесной мощью был наделен человек пришлый. Когда взошло светило, палач вышел на мощную куртину, высоко подняв в руке горнило. Ночные стражи, чьи брони уже дымились от крови пресмыкающихся тварей, ринулись к неудержимому хищнику, явленному им в теле скитальца, завоевавшего их уважение. Как будто, обретя новые силы, сделали они огромную просеку в рядах демонов и не ослабляли натиска, пока не столкнулись с титаном. И тогда палач сразил его и вогнал горнило глубоко в сердце ненавистного врага. Без титана демоны быстро обратились в бегство, и мы секли и рубили их во множестве, самых лютых уничтожая бесследно. Потом на разоренное поле боя пала тишина. Скиталец же был наречен палачом, и Кан-Созидательница, вопреки всем обычаям, благословила чужака, наделив его божественным могуществом. Вот оно как было, оказывается. Блин, ну тут такие длинные эти истории. Мне кажется. Ладно, продолжим, если еще будет возможность, я думаю, будет в следующем видео. Я имею в виду читать, продолжим. Так, ну я тут уже со всеми подрался и всех побил, и можно, я думаю, отправляться. Или чё? Да. Сюда прибывают люди с Земли. Они ждут, пока их отберут для процесса. Какого процесса? Капец. А, вот эту энергию из них высасывают. Понятно. Так, мне надо что-то улучшать или нет? Вниз прям. Пробейтесь через фабрику душ. Попасть.
нашел какой-то секрет. Там Созидательнице нужна земля и душа землян. Ее мир умирает, и за счет людских душ пытается восполнить свои ресурсы, цепляясь за жизнь. Спасая свой мир, вы обрекаете ее мир на гибель. Там ждет Калибос, незрячий судья. Именно он определяет, кто годен к процессу извлечения души. Остальных выбрасывают в кровавое болото. Ален. С каких пор? Толку. Ну, блин, очень вовремя. Ничтожно просто.
Много там. А, блин. Опустился. Скорее, пока он открыт. Сюда. Что-то не понял.
Налево есть проход. Слепой. Налево есть проход. Ну, разве он должен... Я должен что-то сделать, чтобы он открылся или что? И почему я, кстати, не могу взять... А что это? Это не ВФГ. Я думал, это патрон для ВФГ, но это не он, потому что у меня... Он бы взялся тогда. А, вот так вот? Да ладно. Вообще случайно это сделал. Абсолютно случайно это сделал сейчас. Что за бред? Видимые пинки. Что еще эта игра готовит мне? Секрет. Не понимаю, что вот это значит, честно говоря. А вот так вот? Может, это здесь какой-то секрет? Вроде бы нет. Патрон потратил. Ну там есть секрет, кстати говоря. Ну тут я не знаю, что можно сделать. Погнали.
Ну, блин. Вот сука. Воу, ну что было? Сзади кислотный говнюк был, вот этот. Там, видимо, локация не такая уж маленькая, но я такой застрял там, блин. Ну ты гад, а? Нет. Я слишком увлекся, опять меня это со спины гад схватил. Ладно, ладно, все нормально, вообще все в порядке, абсолютно. На расслабоне. Просто на самом деле, несмотря на то, что уже дал почти конец игры, я до сих пор не могу приноровиться ко многим моментам. Тебя, блин, это.
погоди, погоди. Хочу вот это что-то поставить. Ой, блин, пришел. Твою мать. Его надо убивать. Уходи, уходи, уходи. Ой, блин. Ну это жесть какая-то. Его надо убивать с БФГ, наверное. Он такое там наспаунил. А мелких врагов что-то не оказалось поблизости. О, блин. Топ! Где? Ух, блин. Кто-то убежал. БФГ я успел использовать назначение. Надеюсь. Да, блин, висячий такой.
Бля, как туда попасть? Как вот туда попасть, тоже вопрос. Неочевидные секреты. Так, смотри на это. Они уже засохли. Мне вообще не с чем сражаться сейчас. В смысле? Только вот надо быстрым быть. Ну нафиг. Эй, куда хп делось, блин? Ух, блин. Людей подвергают мучениям, тела их истязают. Когда человек замучен и воля его сломлена, душа считается готовой к извлечению.
интересно. Что-то есть? Что-то есть. Ну как? А. Не туда. Вступнул что-то. Нет! Стенка. Невидимая стена. Тут. Нет. Чё нет? Можно было секрет сделать. Не понял, что где, вы же меня бьете. Да блин, что? Нет, вообще не то, что мне нужно. Нет. Пинки, нет, пинки, нет. Блядь, я вообще только вошел, сразу, блин, навалились на меня. Вообще в руках какое-то дерьмо было. Где-то тотем, небось? Что, типа того? Господи, умри! Отвори. Я думал, это тотем. Найди тотем, да? Вон он. Это говорит. Куда попасть? Нет. Не так, явно не так. Я и тут сейчас пришел, погоди. Сюда.
все в порядке. Все в порядке. Толщина падает. Ну, вот эти лифты, они явно для чего-то здесь. Секрет. А, так что привело? Мы тут не были. А, блин, нет! Сука, а? Не успеваю. А, блин. Точку. Ты что тут делаешь? Как туда попасть? Это арена. Thank you.
Так-то, так-то, так. Ой, ё-моё, ой, ё-моё. Критический урон. Ой, ё-моё, там ещё один. Ты... Что ты делаешь-то? Ты шутишь, что ли? Того, вот этого надо просто убивать первым делом. Теперь мне надо вот это. Где он? Тап! Тап! Ты шутишь, что ли, блин? Все схватил, да? Так, 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 а теперь ракетами. Только когда человек замучен и воля полностью сломлена, когда всякая надежда на спасение утрачена, испытуемый отправляет в зал извлечения душ. У меня же меч еще есть, я забыл про него, блин. Я мог бы его мечом зафигачить. Ой, блин, там сколько всяких. Погоди, обратно. Нет, не так. Это было опасно. А.
Какого хрена? Мне настолько плохо? Сейчас умру. А, это все по сюжету. Так и надо было сюда прийти. Ладно. Я думаю, на этом мы сейчас прервемся. Я думаю, здесь была контрольная точка. В крайнем случае, дойду еще раз до сюда. Продолжим в следующем видео. Мы уже близко к финалу. Пока.